Познакомимся с функцией быстрого выбора инструмента для перехода. Если у нас используется станок с фрезерным шпинделем и с инструментальным магазином. Например, будет использоваться вот такой станок. Нижняя часть — это револьверная головка, то есть здесь нет инструментального магазина. А вот в верхней части у нас как раз классический фрезерный шпиндель. И, соответственно, в тулкит у нас появляется отдельной строкой именно инструментальный магазин для верхней револьверной головки. Для таких станков функция быстрого выбора инструмента через переход также работает. Например, можно зайти в уже существующий переход, также это можно делать для новых переходов. Перейти на страницу «Инструмент», вызвать демонстрацию станка, предпросмотр станка. И здесь, если мы нажмем правой кнопкой мыши по оправке, либо по режущей части инструмента, то в контекстном меню «Выбор инструмента» здесь будут отображаться, во-первых, инструменты, которые подходят для данного перехода, могут использоваться в данном переходе, типы инструментов. И, во-вторых, это будут крайние инструменты, которые были использованы при предыдущих выборах. Они здесь будут отображаться. В нашем проекте не очень много инструмента, так что, например, как можно было видеть, данный шпиндель может работать и в токарном режиме, и во фрезерном режиме. И в списке инструментов были в том числе токарные. Здесь они уже сразу не отображаются. Поэтому таким образом можно переназначить инструмент, выбрать другой, и отображение также изменится. И здесь изменится информация. Достаточно будет только нажать «Сохранение вычисления». И таким образом осуществляется быстрый выбор назначения инструмента для перехода из окна «Предварительный просмотр».